Приветствуем всех, кто продолжает свое знакомство с религиями в Crusader Kings 2 или решил начать непосредственно с ислама. Ключевым моментом является то, что при наличии значительных отличий от христианства, внутриисламские течения между собой ровным счетом никак игромеханически не отличаются. Поэтому, хоть я и зачитаю их описания, которые нам здесь представлены, непосредственно рассматривать буду на одном примере. И начнем, разумеется, с суннизма. Это наиболее ортодоксальная из двух главных ветвей ислама. Тем не менее, разделение между суннитами и шиитами носило в значительной степени политический характер. Суннизм принял первый халиф Абу Бакр, в то время как шииты отвергли его в пользу Али. Мусульмане-сунниты строго придерживаются сунн, высказываний и действий Мухаммеда, собранных в хадисах, которые составляют основу для юриспруденции суннитов. Формальным главой суннитского ислама является халиф. И сразу же переходим к упомянутому шиизму. Название шиизм является короткой формой Шиатул Али, или партии Али, которую отклонил первый халиф Абу Бакр в пользу Али. Шиизм является менее ортодоксальным из двух главных ветвей ислама и принимает идею заступничества мертвых имамов от имени живых. Формальный глава шиитского ислама – халиф. И третье течение – это ибадизм. Ибадизм отличается от шиитского и суннитского ислама, но ближе к суннизму. Ибадиты считают, что души, заключенные за грехи в гиенну, остаются там навсегда. Они также отвергают понятие о том, что мусульмане смогут увидеть Аллаха в судный день. И возвращаемся к суннизму. И сразу же отмечу, что, не считая неких уникальных моментов самой религии, у них, у мусульман в смысле, есть уникальная форма правления, которая связана с этой религией, и связана, опять же, с религией и формой правления, уникальная механика. Кроме того, в семье мусульман весьма своеобразные взаимоотношения, по крайней мере, в семьях правителей. Если мы сейчас взглянем на отношения между персонажами, то вот наш сын, смотрим на их взаимоотношения и видим, что модификатор «мой брат» дает минус 20 к отношениям. Более того, если бы у правителя были вторые жены, то дети вторых жен по отношению к детям от первой жены имели бы еще больший штраф в минус 40 единиц. Таким образом, можно сразу сказать, что если у вашего персонажа недостаточно высокая интрига, если у него нет жены первой с хорошей интригой или толкового тайного советника, у вас при дворе может быть настоящее змеиное гнездо. Но, тем не менее, стоит всегда помнить, что не только дети между собой будут грызться за престол наследия, но и их матери будут интенсивно во все это вмешиваться. Кроме того, вторые жены склонны строить козни против первой жены, чтобы занять ее место. Но, непосредственно, к семье мы еще немного вернемся позже. А сейчас осмотрим непосредственно те особенности, которые упоминаются в описаниях. Халиф может объявить священный джихад. И сразу же последний пункт. Суннитский халифат возглавит с светским правителем и может уничтожаться, создаваться как обычный титул. То есть, если мы перейдем на вкладку религии, мы видим, что наш халиф и является главой религии. А значит, если мы взглянем на Византию, то мы сможем объявить священный джихад. Но сейчас этого делать, конечно, не будем. Дальше у нас упоминается, что духовенство, обладающее храмовыми поселениями, может наследовать титулы, и духовенство может вступать в брак. По сути, это связано с тем, что как такового духовенства ярко выраженного у мусульман нет, потому что упомянутая уникальная форма правления заменяет и феодализм, и теократию. Дальше суннизм подразумевает, что династии могут прийти в упадок. Оно подразумевает этот момент, если имеется как раз таки форма правления икта. А поскольку икта заменяет феодализм и теократию, то очевидно, что единственная форма правления, при которой не будет упадка, это республика или же торговая республика. Иноверцы зимми обязаны платить налог джизья. То есть иноверцы в ваших владениях будут платить вам больше денег.
Ну, правда, при этом они должны к вам хорошо относиться, но, думаю, это может быть не так уж и сложно. Матрилинейные браки недопустимы. Это связано с особенностями наследия. Если мы заглянем в законы, мы видим, что мы не можем менять гендерные законы и не можем менять законы наследования. Все действует по исламской системе, где наиболее могущественный сын становится преемником, хотя другие влиятельные сыновья, возможно, вмешаются. И тут такая заметка, что только мужчины могут наследовать титулы. По этой причине матрилинейные браки и запрещены. Также суннизм позволяет мужчинам иметь до 4 жен, если им не разрешается иметь наложниц. И тут оговорка, она важна для, опять же, племен. Потому что племена, принявшие ислам, все так же будут набирать себе наложниц. А разница между наложницами и вторыми женами в том, что вторые жены именно что полноценные жены. То есть они позволяют заключать пакты о ненападении и в перспективе альянса. Переходим к форме правления. Ключевая особенность в том, что вы можете владеть и крепостью, и храмом без каких-либо штрафов. Более того, поскольку Икта объединяет себе феодализм и теократию, то, перейдя на законы обязательств, мы видим, что налоги поднимаются одним и тем же законом. То есть, если в случае с христианством вы должны отдельно повышать законы феодалам, а потом через 5 лет теократам, то здесь вы сразу поднимете со всех этих владений налоги разом, что ускорит ваше обогащение. Так, ну, про село в округах с вашей культурой не накладывает штрафы. Это, кстати, тоже кажется уникальным момент Икты. Ну, то, что можно строить поселение, крепость, город, храм, форт и госпиталь, это возможно и при феодализме. Икта подразумевает, что династии могут прийти в упадок в случае, когда религия использует это понятие. Ну, как я и сказал, если ислам и Икта сочетаются, то появляется упадок. Ислам с торговой республикой упадка не дадут. Ну, смена законов тратит очки благочестия, когда совет упразднен. Да, этот момент можно было сейчас посмотреть. У нас совет упразднен. А, почему-то это не указано. Потому что в обычной ситуации здесь вы писали, что смена закона требует 100 очков благочестия. А, вот. Мы можем прочитать, что Икта для принятия закона требуется благочестие. Стоимость 100 очков. Ну, сейчас принимать не будем. Это нам неинтересно. Материальные браки недопустимы. Ну, я так понимаю, это перестраховка на случай, если вдруг как-то проскочит материальный брак по религии. Можно отзывать титулы вассалов и иноверцев с политическими системами племенной строй без согласия других вассалов. Ну, интересная оговорка, что вассалов и иноверцев. Дальше. Можно отзывать титулы вассалов рангов герцогства без согласия других вассалов. И отзыв вассала у кого-либо не вызывает возражений со стороны других вассалов. Эти пункты весьма удобны, когда вам надо перераспределить силы внутри государства. Ну, нет гендерных законов наследования, это мы уже также заметили, что как-либо менять мы их все равно не сможем. Так, можно переносить столицу каждые 600 месяцев в течение жизни. Вассалы с политическим системой племенной строй не учитываются в расчете вассального лимита. Нельзя даровать королевство и империи подданным с другой группы политических систем. Но это уже соответствует, насколько помню, феодализму. И переходим к такому явлению, как упадок. Базовое значение упадка 25%. Если он ниже, вы получаете положительные эффекты. У вас идет больше налог и возрастает воодушевление армии. Ну, мораль армии. Если упадок начинает расти, то, соответственно, штрафы к налогам, штрафы к морали армии. Поэтому для мусульман следить за упадком очень и очень важно. Растет он от нескольких факторов. Первый, который вы не сможете избежать, это наличие среди вашей династии декадентов. Второй, который вы не сможете избежать, это случайные события. И третий, это если вы проигрываете боевые действия, особенно если вы проигрываете священные войны или джихады. Ну или, соответственно, если вы оказались жертвой крестового похода и не смогли против него выстоять. Тем не менее, есть, разумеется, и способы его снижать. Не считая решений, которые на это влияют, то есть турнир минус 5%, соблюдение Рамадана,
минус 3%. И Хадж в Мекку, который дает случайное событие, которое может и не выпасть на снижение. Вы можете также использовать успешные боевые действия, чтобы снизить упадок. Но, по моим наблюдениям, даже выигранная война не всегда упадок снижает. Если это обычная война, разумеется. По всей видимости, некий лимит все же присутствует. И если у вас достаточно, ну, в смысле, слишком высокий упадок, вы можете раздать титулы своим членам династии. Я говорю достаточно высокий, потому что часть упадка снимается пропорционально имеющимся. То есть, чем выше упадок, тем в большей части вы его снизите, передав титул кому-либо из своей династии. Но тут, как говорится, есть подводный камень. Если вы сами можете решить, что вам хватит одной жены и нескольких сыновей, то ваш сын, получив землю, уж себя сдерживать точно не станет, и ваша династия может начать расти в геометрической прогрессии, что увеличит шансы появления среди них декадентов, которые будут опять же увеличивать упадок. Ну, благо, с декадентами есть возможность побороться. То есть, если мы зайдем на вкладку религии, мы можем видеть, что здесь есть список родственников, вызывающих упадок. Те самые декаденты. И при наличии 100 единиц благочестия, мы можем попытаться их урезонить. Тут будет такой соответствующий выбор. Если нам это удастся, то родственник лишится черты декадент и перестанет приносить нам вред. В противном случае, вам разве что останется его посадить в тюрьму и казнить. Так, про военные действия упомянулось, про семью упомянулось, про решение упомянулось. И, насколько я помню, ну, не считая случайных событий, опять же, тоже упомянутых, это все, что может повлиять на упадок. И теперь еще один момент, а конкретно боевые действия. У приверженцев ислама есть возможность воевать по несколько другим войнам, чем те же христиане. К примеру, будучи халифом, мы можем каждые 10 лет объявлять покорение ценой 200 единиц благочестия. Или, если нам это не надо, или если мы не являемся халифом, мы можем обозначить завоевание округа за 50 единиц благочестия. Кроме того, если мы выберем последовательность ислама, но другой ветви, то, объявляя войну, мы можем видеть священную войну. То есть, приверженец другого течения фактически для ислама считается иноверцем. Отдельно стоит заметить, как мы сейчас видим, у арабского халифата и Триполитании нет прямой границы. Но мы можем объявить им войну, поскольку ислам подразумевает возможность, что если противник расположен в пределах двух морских секторов, то вы все еще можете объявить ему войну. И, к сожалению, я пропустил один момент, связанный с суннизмом. Да, суннизм все-таки немножко дает отличие. Если мы выберем персонажа, мы можем принять одно из учений. Учение мутазилитов и учение ашаритов. Первые дадут нам, ну тут, к сожалению, не написано, но первые дадут плюс 5 к образованности, а вторые плюс 1 благочестие ежемесячно. И как уже упоминал, благочестие требуется для того, чтобы усмирять декадентов, для того, чтобы объявлять воина, что здесь. Поэтому оно очень даже для мусульман важно. И да, вот как я сейчас заметил, то, что я забыл сказать, если мы все же воюем с нашей же ветвью, так сказать, то нам пишут, что атакуя собрать в поверье, будем терять 2 единицы благочестия в месяц, что достаточно много. Поэтому воевать с ними стоит, либо если другого выбора нет, либо если война, с вашей точки зрения, будет молниеносной. И поскольку основные моменты упомянуты, следует сделать заметку по двум моментам, которые, так сказать, остались за кадром. Первый — это мусульмане не могут выбрать тусовку. То есть, если мы посмотрим, мусульманин может стать тусовщиком при трех условиях. Если он декадент, если он гедонист, если он пьяница. И, кстати, по поводу декадентов, раз уж тут они упомянуты в списке. Шанс того, что кто-то из родственников станет декадентом, увеличивается пропорционально количеству его негативных черт. То есть, гедонист и пьяница
с немалой вероятностью также станет декадентом. И второй момент, это то, что, точнее, связано непосредственно, опять же, с сектой, и поскольку у мусульман нет такого ярко выраженного духовенства. А это приводит к тому, что все модификаторы, допустим, как в теологии, мнение вассального духовенства плюс 20, и, возможно, некоторые вот такие вот, допустим, черты, где тоже есть отношение духовенства плюс 5, они фактически бесполезны. Точнее, они есть, как бы сказать, прописаны, но действовать ни на кого банальным образом не будет. И то же самое касается благочестия. То есть, если в случае с христианством большое благочестие даст вам плюс к мнению духовенства, то к мнению ихты фактически будет только действовать престиж. Потому что ихта хоть и включает в себя храмы, но по большей части опирается на феодализм. И, насколько я могу судить, все, что мне удалось выяснить об исламе, я рассказал. Поэтому на этом на исламе все, а относительно других религий это лишь все пока что.